Ремонт объектов здравоохранения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, так называемых «гнилых зубов», обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области. К настоящему моменту 13 проблемных медучреждений уже отремонтировано. До конца сентября завершится ремонт палаты интенсивной терапии в Звенигородском подразделении Одинцовской областной больницы. Кроме того, в рамках областного проекта в округе обновят Одинцовскую и Голицынскую подстанции скорой медицинской помощи.